В сегодняшнем видео хочу вам рассказать о том ягненке, которого принесла Ярка 1 апреля искусственного кормления. Сейчас мы его попробуем найти и посмотреть. Сегодня 26 градусов, так что они все вон лежат возле сеновала на улице. Не особо хотят выходить, приходить. Ну вон вижу я его, идет он наш. Мелкий. Ну, медведец. Мелкий. На. Мелкий. Сейчас мы еще возьмем сушек. Они как ненормальные. Все очень любят сушки. Так что сейчас вон. На. Пузыри. На. Мелко. Так, потеряли мы нашего мелкого. Сейчас пытаемся его найти. Просто хочу показать, завесить его. Взвесить, то есть как он сильно отстает от всех своих, или не очень отстает. То есть что у нас получается по искусственному кормлению. Ну нет, так, все это понятно. Мелкий, на, иди. Нет, все понятно, просто хочу показать вам. На, мелкий, иди. На. Значит, он принесла его мамка 1 апреля. Мелкий. На. Мелкий. Сейчас я его возьму. Сейчас ему 6 месяцев.
навесим, то есть сколько он у нас получился, так как у меня особых таких весов нету, попробую его через пакет весить, хотя бы примерно посмотреть, сколько он у нас выйдет по весам. Да, я дома буду, то есть никуда, ничего там. Давайте, да, хорошо. Двадцать шесть с половиной килограмм вышло, плюс ремень. 26 килограмм, короче. 26 килограмм. Полугодовалый возраст. Это очень хорошо. Он у меня сам потом отказался в 2 месяца от молока. Где-то в 2,5 месяца. И он пошел на свободный корм. Зерно комбикорм у нас в свободном доступе. То есть ограничено, но не настолько. То есть до обеда у нас, допустим, с утра лежит зерно. Так что я считаю, это хороший показатель. Баран, в принципе, неплохой. Посмотрим, что будет 9-10 месяцев. Ну, надеюсь, увидим мы видео 10 месяцев.